Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы продолжаем развиваться очень даже странными путями на Радмире 15 сервер. Чтобы поддержать меня, надо всего лишь зайти на сервер, открыть чат, там ввести /mn, 11 пункт промокод, и там вводить решетка ган. Каждому, кто это сделает, я дам роль супер сас, который вы можете поиграть каждую субботу вместе со мной. Задерживать не буду, погнали. У тебя машина ебнутая просто, блядь. Так это ж моя. Тойота? Здорово, да, здорово. Это... У тебя Тойота еще есть? Нет, это моя была, я им отдал. А. Нет, не жизнь спас только что от нищеты. Вообще красава. Ебать, мне кажется, мы с тобой братья, не думал? Вот, ну, зачем? Как будто на одно лицо, понял? Вот прям смотришь и вот себя вижу вот в отражении. Это лягушка какая-то, блядь. Либо мы что-то перекурили, то, что друг друга видим, и вот лягушку теперь видим, либо что-то такое. Здравствуйте, Лев. Бля, только не надо пистолетом угрожать, ладно? А то я сейчас, ну, начну, сука, тут таким угрожать, в ахуе будете. Кого ебать? Меня ты ебать кто? Не надо. Человек, видишь, какое удивление. Голос знаком. Не знаю, не знаю. Совпадение. Ты, походу, тоже что-то, братишка, курнул такого вот, ну, резового, понял? Не-не-не. Лягушку не видишь такое? Я что, не просто слышу. Если ты видишь лягуху, то у тебя как-то у нас проблемы небольшие. Какого кармана? Блять. Может, блядь, еще на шляпу похож? Нихуя опасно тачку спиздил. Куда садишься, дорогой? Не надо так делать. Опа. Ай-яй-яй. Зачем таранить? Не хуя надо. У тебя движок, подожди. Ну там у тебя картеру и массовую пизда просто. Я бы поменял, ну, клянусь. Это V8, это V8. А. Новая комплектация. Саша Соков. Бля, вот этот скин. Сколько он стоит? Да такой вроде, я не помню. Че за сходка? Подписчик. Саша, была. Давай поменяемся скинами, а? На трассе будешь это работать. Вот, мне подсказывают. Я на трассе хочу просто работать. Денег, понял, заработать? Быть тёлочкой такой, ну. Как обмен кинуть? Так ничего не выйдет, к сожалению. Я бы тоже так хотел. Ну, вообще, типа, может тут кому-то тебе написать. Как? Что кидать? Трейд? Трейд? Да, вроде. Нет, такого нет. А, Exchange. Нет, чуть-чуть мы вот это, вот это, вот это. Exchange. Ты просто X. И там у тебя, типа, подсказка вылетит. Exchange. Бартинку. Вы должны находиться в нотариусе на месте для обмена. Блядь. Бля, мы должны быть в нотариусе. А за сколько ты ему продать можешь обвиняться с ним? Просто отойдите, типа он тебе скин скинет свой, а ты ему свой, типа, и все. Конечно, тебя наебать может, если... А, за 15к, ну, просто, типа, в инвентарь зайди, продай ему 15к, и все. А у меня 8к. Ну, сейчас, исправим. О, легко. Так, сколько у тебя? 12. Блять. Сейчас, подожди. Пару секунд. Опа, нихуя себе. Ладно, еще немножечко. Все, опа, нихуя себе. Саня, давай, продавай. Не, ну был бы я долбоёбом, я бы реально такое купил. Вы хотите согласиться на предложение игрока? Да. Принять. Нихуя себе. Куда лезешь? Нищий. Ебать я тёлка. Мужики, миньет без зубов миньет интересует? Выходи за меня. Тут, кстати, слышишь, тут пожениться можно серьезно. О, заебись! Это чего? Команду не помню, ща напишу. Че, уже секс? Ну давай, 15 тысяч горловой. Команда для чего? Блять, я туплю. А, че за сходка вообще, ебать, тут нахуй. Хуй знает. Надо валить отсюда. Так, че у меня? Так, я не знаю, дай ПТ. Артем, миньет за 15 тысяч не хочешь? Все без патрон тогда нахуй. Такой скин 120 тысяч. Купишь? Лев, за сколько ты патроны продаешь? Бля, ушел. Мой за 10, за 10. А, какой у тебя громкий микрофон? Да я нищий. У меня нету. Мне что, этот скин купишь за 120 тысяч? Или мой скин купишь за 10? Ебать, стонг, нахуй. Твой скин. А как ему, Exchange? Или что? Не-не-не, ты просто зайди в инвентарь, там будет свой скин, короче, возьми. Так. И типа продать, и там иди. Продать. 1.18. Далее стоимость 10 тысяч. Да, что такое? Андрюха. Смотри, короче, там в казике. Саня, ты что не принял? Если тебе в казике, короче, выпала лимит, такая штучка, то ты просто в FF Story типа пишешь, и там типа посмотри, что у тебя с казино выпало. Да иди ты нахуй, блять. Писать эти. Короче, дед, небольшая история, как я стал нищим. Я просто пошел по приколу в казик, да, и сотку поставил. Одной принимай. Сколько у тебя денег вообще было? Сотка? А, ну езжай, плати сейчас лучше, а то забудешь. Где он?
Найс. Все, я продал. Все, спасибо большое. Трахаться, видел мой скин теперь? Только так ебаться и ехать надо. Блять, осуждаю жестко. Так, ну значит мы едем. А куда мы ехали вообще? Что-то медлист ты мне говорил чекать. Медлист. Блять, никого нет даже. Так. Можно, в принципе. Да, но с таким скином только этот. Ну, в рот брать, клянусь. Друзья, тут есть какие-нибудь дрифт настройки на тачках? Блять. Вообще хромает. Не, я, блядь, если бы была такая настройка, типа, я бы вообще, блядь, уже пиздатую машину бы сделал. Она и так чистая, нормально. Давай я языком ее. Помою быстренько. Цена за 10 литров 150 тысяч. Нихуя себе. Ой, 150 рублей, блядь. 15 рублей за литр. Ты что, это дешево? Ты видел ценники вообще, блядь, на бензин в России? Нет. На заправка рядом есть, но мне на нее похуй. Знаешь, сколько один литр дизеля стоит у нас в городе? А ну? 60 рублей, нахуй. Это много? Ну, типа, смотри, у нас бачок. Скажу, подожди. Ну, короче, ладно, мы за одну заправку, за полный бак, типа, папа отдает около 3000. Пиздец, бля. Ну, типа, для него это копейки. Хуя себе, у тебя папа богатый. Да нет, ну, типа, просто безак есть. Вот. А ты чисто по стопам только в сампе? Ну, типа того, так сказать, учусь. Понял, вот. Понял. О, вот такой вот скин еще пиздатый. Ебать. Ой-ой-ой. Ира какая-то. Ебать, настолько вид от первого лица, чего нахуй? Это, я хуй знает. Бля, ебать скин, нахуй. Блядь, как тебе эту хуйню закрыть, блядь? А, на F, на F. Стой, а, не, он... на B, английскую. А, понял. Так, ладно, что мы делаем? Я вообще хуй знаю. Вообще надо медика надо. Да медиков нет, они все... О, там капт идет! Сзади. Или что это? Это не капт. А что это? Люди стоят. Не, там капт именно, вот моргает квадрат, понял? Вон сзади, в городе. Пойдем каптик посмотрим. А, так, как теперь помощь управления, сука, как его закрыть? Иди нахуй. Там просто на ту же букву нажми. А я не помню. Какую букву нажал? Фары, ключи, анимация, shift. А, это R, нажми R. Блять, не то. Да ебаный рот, ты мне что, с этой панелькой теперь ездить? П, не то. Инвентарь, не то. Ставить ключ, закрыть лодку. Ctrl, Alt, блять. Да как это нахуй закрыть? Я не знаю, что я там написал. Да нас могут ебнуть, кстати. Так, чисто, аккуратненько. Да вот только видел бы я что-то, у меня тень какая-то ебу. Подожди, дай выйду из машины. Ебать, тут как? Бля, как закрыть эту хуйню? Какую? А у меня на весь экран, блядь. Ты можешь мне просто... Включи сейчас демку. Я, может, пойму, как это убрать. Смотри. Так. Смотрю. Ой, что это такое? А, нажми F1. Блядь, я в ахуе. 5 секунд и пофикшено. Ладно, пойдем капти-то снимем, мне похуй. Я просто кулака сейчас залечу. Нас за это могут забанить, кстати. Бан за помеха капту? Да. Мне похуй. Все на террору, кого не увал. Блять. Сейчас нормально, я договорюсь. Мужики, а можно с вами покаптиться? Я просто ебанутый, я вам клянусь. Алло, каптеры? Бля, мне кажется, тебе лучше уехать, потому что ты демон какой-то ебучий. Согласен. А нет, они уже пиздятся, не надо. Ой-ой-ой. Мужики, можно с вами на каптик? Дайте ган, я их разъебу сейчас. И хотите, с кулака к ним влечу, они в ахуе будут. Им похуй, да. Короче, ладно. Вот тут, смотри, вот тут слева резко стоит. Давай. Ебать ты попус, Костянчик. Давай. Костя, я верю в тебя, блядь. Костянчик, ты сможешь. Давай. Аптечку только юзни, ебаный ты в рот. Тихо. Блядь, ну бывает. Давай. Я так уж и быть, я в тебя верил всю свою жизнь. Да, блядь, ой, это я тебя уебал? Если да, извини, пожалуйста. Брат, по мне не стреляй, пожалуйста. Давайте, мужики, каптик. На, нахуй. Боже. Боже, дура. Бля, вот если вы меня на капт взяли, и вы вообще, ну, типа, ни одного не потеряли, я ебанутый. Они реально так быстро квадрат спиздили? Ну да. Ну как это, без ака они, типа? А, это без ака. Да.